Иногда они чересчур беспардонны. Это имя с буквой «Ж» означает, что владельцы имени цепляются за жизнь в прямом смысле этого слова и, подавшись порыву, плывут дальше за жизнью, не разбирая дороги. В связи с этим им очень легко потерять приобретенные, но на жизнь они не жалуются, а живут так, как получается. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Владельцы этого имени свою жизнь переживают намного больше, чем иные их сверстники. Это имя связано с потребностью развиваться духовно, хотя они не всегда следуют этому. Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Если владельцы этого имени имеют веру, то она базируется на расчете и практичности. Рай достигается не ради творения добра и помощи другим людям, а ради получения выгоды для себя. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Из этих людей получаются хорошие инженеры и строители. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.